Непогода круглый год преследует жителей одной из новостроек в микрорайоне Динас. В квартирах горожан текут потолки, осыпается штукатурка и портятся обои. При этом застройщик помогать не торопится. Подробнее Светлана Вахмянина. Во время дождя здесь все намокает буквально, вот, это уже остатки, вот что это, вот красота такая появляется. И протекает до самого пола. Вздутые обои, отваливающаяся штукатурка и пятна на стенах и потолках. Для Елены Халявиной это уже привычная картина после каждого дождя. Влага успела вплотную подобраться к электропроводке. Женщина опасается короткого замыкания. Вдобавок ко всему уверена, вода копится и на потолке. Мы боимся натяжные потолки, просто квартира новая. Это страшно подумать, что там. С непогодой в своих квартирах борются жители дома по улице Кирова. На последнем этаже протекают потолки на кухнях, коридорах и санузлах. В некоторых квартирах появился запах сырости, который уже не выветривается. Вода бежит и в подъезде. Под чердаком и возле слива всегда стоят дежурные ведра, бутылки и тряпки. Жители неоднократно обращались в управляющую компанию, но там сказали, помочь не могут. Это управляющая компания, так как дом на гарантии, они тоже приходили и говорят, что мы кровлей вот этих, которых новостроек, мы не занимаемся. Этот дом построили почти 2 года назад. По программе переселения из ветхого и аварийного жилья сюда перевезли 25 семей из микрорайона Хромпик. А спустя 4 месяца после переезда появились трещины в потолках и сырость на стенах. Гарантия на дом заканчивается в 2022 году, поэтому администрация Первоуральска, фиксировавшая все дефекты, намерена добиться ремонта через суд. Посмотрели все недостатки, дефекты, которые сейчас происходят в квартирах. Будет написано претензионное письмо в суд на генподрядчика, чтобы он устранил дефекты в рамках гарантийных обязательств. Предварительное судебное заседание назначено на 16 сентября. Пока идут разбирательства с застройщиком, временный ремонт крыши сделает управляющая компания дома, чтобы обезопасить квартиры от грядущих ливней. Светлана Вахмянина, Никита Нехорошков, Александр Захаров. Новости Первоуральск.